Как посадить розмарин на подоконнике? Расскажем, что понадобится для посадки, сроки посадки, структура почвы, состав, когда всходит розмарин, какая температура для проращивания нужна и какие критерии установить для дальнейшего выращивания. В том, что посадить розмарин на подоконнике реально, нет никаких сомнений. Подготовьте семена, подходящую земляную смесь и горшок. Пройдите 4 этапа посадки и готово. Под рукой всегда будет полезная и приятная зелень, которая выглядит не менее эстетично, чем дорогие цветы. Что понадобится для посадки? Семена, земля, горшок с дренажными отверстиями. Одним из лучших сортов розмарина по праву считается нежность. Тонкие побеги с небольшими листочками и иголочками подрастают до 1 метра, но высоту можно корректировать, срезая и используя побеги. Больше приживается в южных странах, а северные регионы выращивают нежность дома. Когда посадить? В конце февраля. Структура почвы 50 на 50 питательная и рыхлая. Состав земли: 1 часть торфа, 1 часть дренажа или песка, гравий или перлит на дно. Посадить под пленку или в домашнюю тепличку. Проверять, не запарились ли. Перед посадкой почвенную смесь обязательно обеззаразить, чтобы не покрывалась плесенью в процессе выращивания. Использовать безопасные для человека вещества, так как розмарин потом в пищу добавлять. Семена можно пролить горячей водой или обработать слаборозовым растворе марганцовки, разбавить на глаз. Обычно не более 1-2 граммов на 200 мл теплой воды. Сходит розмарин от 2 до 4 недель. Температура для проращивания 14-20 градусов. Поэтапная посадка розмарина семенами. Первое. На подготовленную землю разложить семена. Второе. Присыпать 0,5-сантиметровым слоем субстрата. Третье. Умеренно увлажнить из пульверизатора. Четвертое. Накрыть пленкой или поставить под пакет. Периодически проветривать и проверять влажность земли. Снять пленку, как только семена дадут ростки, и дальше доращивать без нее. Увлажнять лучше из того же пульверизатора, чтобы не залить. Как только саженцы подрастут, рассадить по отдельным горшочкам. Освещение для подросшего розмарина от 6 до 8 часов в сутки. Растение можно поставить на подоконник, если солнечный свет будет рассеянным. На южных окнах в летнюю жару ему будет лучше в первой половине дня. Розмарин любит, когда в помещении свежо, поэтому окно часто ставят на проветривание. В зимние и осенние периоды это может вызвать развитие гнили, особенно когда розмарин увлажнили и выставили сразу на сквозняк, поэтому контролируйте данный момент. В зимний период поставьте побеги розмарина при плюс 15 градусов. Температура воздуха может опускаться до плюс 10, что также комфортно для растения, но не ниже. Развитие продолжается и зимой, но цветения не будет. Да, он тоже цветет. Дополнительная подсветка создается за счет люминесцентных ламп. В конце зимы прекратить досвечивание. Когда собирать розмарин после посадки? Можно срезать любое время, как только подросшие побеги будут 15 см в длину. Чтобы ускорить развитие и сделать кустик более пышным, нужно прищипнуть верхушку. Пишите в комментариях о вашем опыте посадки розмарина дома и делитесь статьей с друзьями. Обязательно подписывайтесь на канал Nature Info. Предложим еще уйму интересной информации о растениях.